Ігор Полтавцев, експерт з працевлаштування в інтернеті, мандрівник. Чоловік 11 років працює у сфері інтернет-маркетингу. Починав з нуля, без достатніх знань і грошей. Вже 6 років допомагає людям у пошуку віддаленої роботи та організації відпочинку. Любить подорожувати з дружиною та дитиною. Відвідав 23 країни. Так, доброго ранку, вітаємо вас знову в нашій студії, вже не перша наша зустріч. І сьогодні будемо вже більш так про практику фрілансу говорити, тому що минулого разу зачепили тему, хто може, які професії можна перевести на фріланс. Сьогодні будемо говорити, як правильно скласти резюме, тому що це така ще велика наука, що написати, щоб саме роботодавець визначив тебе серед інших, твої резюме взяв і запропонував тобі роботу. Отже, давайте по пунктам розбирати, що має бути в резюме фрілансу. Угу. Хорошо, ну, прежде чем писать резюме, нужно понимать, куда мы его пишем, какую компанию. И я рекомендую изучать компанию, чем она занимается, какую продукцию производит, как она ее продает. И потом уже, и я рекомендую пытаться устраиваться в те компании, которые тебе лично нравятся. Потому что у тебя будет весомая причина изучить эту компанию изнутри, и в ней будет весомая причина взять на работу именно тебя, а не какого-нибудь стороннего человека. Поэтому я бы потратил полчасика времени на скан компании, изучение ее, и потом я бы написал все свои сильные стороны, которые так или иначе могут пригодиться этой компании. Резюме состоит из двух частей. Есть письмо сопровождения. Что это такое? Это когда мы отправляем резюме ссылочкой. Я, кстати, рекомендую не файлом отправлять, а именно ссылкой. Есть Google документы, это очень удобно открывается на телефоне и на компьютере. Вот. И сопроводительное письмо очень важно. Ему часто не определяют должного внимания. Оно, так скажем, продает прочтение самого резюме. Вот. Заставляет HR, тот, который отвечает за кадров, обратить внимание на него. Туда мы пишем какие-то такие вот вступительные фразы. «Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то. Меня заинтересовала ваша компания, я ее изучил. Да, мне понравилась ваша продукция такая-то и такая-то. У меня есть опыт в этой сфере, и я уверен, что могу быть вам полезен. Посмотрите мое резюме, там я все подробно об этом рассказываю». То есть на этом этапе нам нужно заинтересовать человека, зацепить его, чтобы он ознакомился с нашим резюме. Потому что в каком настроении он будет читать резюме, это очень важно. Если описать так, как я сделал, то сотрудник компании, он будет с интересом уже к нему переходить, да? Чем если там будет просто ссылка такая мертвая и просто что это такое, непонятно. Кто ты еще, ты так не зрозуміло. Добре, ну от ви кажете всі свої там, можливо, гарні сторони описати, а якщо, ну, я, наприклад, думаю, що не варто завжди, бо це якось дуже, дуже гарних людей, таких позитивних не буває. От якісь, можливо, негативні сторони, і що краще писати, а що краще поки що втримати, не давати роботодавцям, щоб вони знали, чи взагалі от як це подавати, таку інформацію. Да. По самому резюме можна взяти в інтернет какой-то визуальный шаблон, он нужен для того, чтобы человек, когда его увидел, он сразу понял, что да, это резюме, это не что-то другое, это не презентация, это не открытка, это резюме. То есть нужно использовать тот формат, к которому все привыкли. Вот, что касаемо каких-то хороших сторон, действительно, соглашусь, это прямо рябит в глазах, когда ты читаешь, я такой позитивный, okay, идеал, оптимистичный, ответственный, там всегда прихожу вовремя на работу. Я думаю, а где все вы находитесь, где вы живете? Реальность другая. И если мы что-то говорим о себе хорошее, нужно доказать это, что это так и является. Например, я ответственный человек и прихожу вовремя на работу, потому что, ну, например, сейчас я занимаюсь спортом, у меня там марафон, да, я бегу, и это держит меня в тонусе. То есть каждую такую вот выгоду взять нас на работу мы должны подтверждать либо прошлым опытом, либо нашим образом жизни. Да? То есть если у нас опыта какого-то большого нету, то мы должны показать, как мы сегодня живем, что мы находимся сейчас на построении своей новой жизни. И я очень ценный сотрудник для вас сейчас. Я мотивирован. Да? Мы можем описать свою какую-то бытовую жизнь. Я встаю во столько-то, я занимаюсь спортом конкретно каким, да, как ты это делаешь и так далее. Ну и, конечно же, не забываем о профессиональных навыках и знаниях. Тобто навпіл ділимо там і добре, і таке негативне трошки треба включати. Що може стати причиною, чому може, ну от якщо навіть склав таке ідеальне резюме, чому можуть не відповідати, можливо, чи не приймати? Можуть не відповідати.
По той причине, что чаще всего у человека, соискателя, у него одно резюме на все случаи жизни. Он в любую компанию, отправляет одно и то же сообщение. Вот, это неправильно. Вот. Так можно устроиться только, не знаю, в какую-то очень маленькую компанию, которая не знает, как искать сотрудников. Вот. За очень низкие деньги. Правильным будет написать конкретное предложение именно в эту компанию и свое резюме подредактировать под эту компанию, да, убрать какие-то навыки, которые вам не пригодятся, и поставить туда, вспомнить, что ты еще умеешь, что-то, что пригодится именно на этой работе. Так, зрозуміли, запам'ятали. Добре, з резюме розібралися. Тепер розбираємось з роботодавцями. Ось нас вибрали на роботу. Ми вакансію почитали, нам сподобалось, наче і почитали відгуки. Як можна по першим фразам, можливо, роботодавця, коли він пропонує там чи ось менеджер, який підбирає, зрозуміти, що вас можуть кинути з роботою? Як подостерігся, да, від цього? Тот перший етап изучения компании, он как раз от нас от этого и предостерегает. Мы смотрим на компанию, как долго она на рынке существует, да, есть ли у нее социальные сети. Эти социальные сети активны или туда просто постятся фотографии, ну просто чтобы были, да, для красоты. Люди там общаются в комментариях, лайки ставят, это важно тоже. То есть мы проверяем социальную активность этой компании, и если она очень низкая или очень высокая, то это может быть обман. Вот. Бывает так, что специально обманщики, они специально делают, там, накручивают все лайки. Ну, вот так, в цих ситуациях. То есть компания должна, ну, как бы адекватной быть. Не слишком, как бы, мертвая, но и не слишком там заоблачно, что как будто бы вот, она очень популярна, но я почему-то про нее никогда не слышал. Вот это подозрение. Да. Так, зрозуміло. Отже, дивимось на рейтинги, але не довіряємо дуже таким високим, тому що це буде проблема. Ну, потім виявиться, що не все так ідеально, як здається. Так? Це для нас повод узнати більше інформації. Ми собі галочку ставимо, опа, що тут підозрительно. І я би ще написав другим сотрудникам, знайшов би нашу команду і клієнтам. Написал бы сообщение: «Здравствуйте». Нужно всегда прозрачным быть. «Здравствуйте, уважаемый Олег, я ищу себе работу и вот думаю устроиться в эту компанию. Я увидел ваш отзыв как клиента на ней. Скажите, пожалуйста, это реальная компания или нет?» И он ответит: «Да, вы знаете, это реальная компания». Или скажет: «Я вообще не знаю, кто это такие, я у них ничего не покупал». И тогда все, это крест. Ціла майстерність якась має бути. Оце спочатку вивчи компанію, потім напиши резюме, включи все, що необхідно, а потім ще й перевіряй, чи існує, чи ні. Якщо ми хочемо отримати хорошу роботу, достойну, яку ми будемо робити з інтересом, з вовлеченням і рости по кар'єрній лестнице, то да. Якщо ж чоловіку потрібно на хліб і воду, ну, как бы, не треба і в інтернет йти. Є інші роботи, ніж на робочому, там, ну, какие-то простые, понятные профессии из офлайн-жизни, где можно поработать, продавать свое время. Все-таки интернет, профессии – это интеллектуальный труд в первую очередь, и нужно подходить к этому именно так. Так, ще таке питання, ось забула включити от, питання резюме, от там є часто, от, на яку зарплатню ми очікуємо, от, що ми, як оцінюємо свою працю, от, на які гроші, от, як оцінити правильно, щоб і роботодавцям не виявили, що то дуже такі захмарні гроші, ти хочеш, а сам не виконаєш те, що треба, от, розкажіть про це коротко. Хорошо, я би дав таку техніку вілка. Я бы указал три цены, которые меня бы устроили. Скажем, исходя из моего уровня жизни, моих обязательств перед семьей, там, ребенок и так далее, минимальные какие-то деньги, прожиточный мой минимум, составляет, там, скажем, 10 тысяч гривен, да, образно говоря. Более-менее, ну, такая нормальная зарплата на первое время мне бы подошла, скажем, 13 тысяч гривен. Ну, а если вы бы заплатили мне 17 тысяч гривен в месяц, то я был бы просто счастлив, и я уверяю вас, я эти деньги отработаю, вы будете довольны. Слухайте, круто, тепер знаємо всі секрети, от як влаштуватися, стати крутим, успішним фрилансером, як оце все пройти, весь процес влаштування на роботу. Дякую вам. Ми не встигаємо, часу дуже мало, щоб обговорити всі питання, але думаю, що зустрічі будуть в ефірі, поговоримо ще детальніше про фриланс, як це правильно робити. Дякую вам. Нагадую, Ігор Пелтацев, експерт з працевлаштування в інтернеті та мандрівник, був сьогодні в нашій студії. Дякую, бажаю вам гарного дня.